Всем привет! Вы на канале GameDop. Это игрушка Diablo 3, 9 сезон. В этом сезоне я играю за крестоносца через молоточки. Так, мне кажется, в игре нету звука. Нужно его включить. Готово. Все, звук есть. Получается, сезон уже кончается. И как обычно, в конце сезона все начинают рвать жопу, чтобы попасть повыше в таблице рейтинга. Но я в таблицу вообще пока попасть не могу, там нужно пронести минимум 86-й портал, а я сейчас только планирую пойти на 82-й. Я надеюсь, что его легко пронесу, потому что наконец-то я получил древнюю пушку. Наконец-то! Я ее очень-очень долго крафтил, я ее не скрафтил, но я ее выбил. Потом я вставил еще, так, силу вставил в пояс, ну, это я давно вставлял. Потом я вставлял силу в наручи, 73-й камешек. И вот только что я вставил силу в шлем, 75-й камушек. У меня был урон 1 300 000 с чем-то, а сейчас 1 845 000. Я себе очень хорошо поднял ДПС, больше чем на 500 000. Стойкости сколько было, столько и осталось. Со стойкостью у меня могут быть проблемы на 82-м портале. Так, выбрали его. Улучшили. Фу-ху-ху-ху-ху-ху. И погнали. 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 Так, что-то, наверное, плохая локация. Мобов мало. Сразу долбят метеоритами. Так, куда его бежать, не понять. Не понять, куда его бежать. Узкие проходы. Зажимают, гады. Зажимают. Прыжок. Дайте пройти, блин. Так, пропихнулся. О, первая элитка. Желтая элитка, блин. Давай, давай, давай. Прыжок. Стой на месте, сказал. Никуда не уходи. Стой, стой, я тебя убью сейчас. Ну, что ты не сдыхаешь. Так, первая элитка ушла. Ох, нормально. Нормально, вроде бы мы идем. Так, побежали дальше, дальше, дальше. Пройти, пройти. Щит. Щит, щит, щит. Щит, конечно, хорошо. Но лучше бы этот щит дали бы на босса. О, еще одна желтая элитка. Почему-то на больших порталах синяя элитка крайне, крайне редко появляется. А желтую долго бить нужно. Я бы эту желтую элитку даже не убил, если бы не щит. Но я его уже убил. Все-таки мобы толстые, не пойму я. Так, так. Фу-ху. Как я хорошо иду по времени. Начало очень, очень хорошее начало. Так. Ой, в тупик. Красавчик, в тупик зашел. Так, немножко молоточков побьем. Покидаем, попускаем, чтобы прыжок откатился. Так, щит. Щит кончился. Плохо, плохо, плохо. Прыжок. Прыжок, 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 прыжок. Мне очень не хватает КД. Очень не хватает. Очень не хватает КД. И я не знаю, как его поднять. Разве что поймать КД на перчатках, живучесть убрать, а КД поставить. Так, я круг обошел, оббежал. И... А, я понял, вот сюда идти. Я этот маленький проходик сразу не заметил. Так, с одной пещеры в другую пещеру я перешел. Так, ну, по времени пока нормально все. Все нормально по времени. Так. Блин, тупики заколупали, какие эти. О,
Спасибо, всех стянул. Вот эта притягивалка иногда помогает, а вот иногда портит. Выкупаешь пачку мобов, туда прыгаешь, а пока ты приземляешься, твой путник с этой пачки мобов тебе всех подтягивает. И ты просто приземляешься на пустую поляну. Ой, пассивка сработала, давай. Давай, вздыхай, элитка. Ух, все пассивки посрабатывали. Так, нужно теперь аккуратно. Нужно аккуратно. Аккуратненько нужно. Опять в тупик я зашел только что. Так. Ой, промазал, чувак, промазал. Опа, 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 опа. Пробили. Так, я хп оставалось. Прыжок, прыжок, прыжок. Вот эти кабаны медленные, но бьются гады больно. Бьются гады больно. Так, 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 у меня все скиллы в откате. О. Так, где элитка? Элитка мне нужна. Зачем мне эти обычные мобы? Мне нужна элитка. Нужна элитка. Так, так. О, 721 барагон. Хорошо, хорошо. А вот элитки нету. Нигде. Это плохо. О, силушку я вижу, силушку вижу. Силушку берем. Силушку. Хорошо. Под силушку нужно элитку найти, а не обычных мобов бить. Так что побежали дальше. О, синяя элитка. Синюю элитку можно и без бафа бить. Она и так очень часто слабая. Вот желтую элитку очень долго бить, вообще быстро. Пару крутелок и синяя элитка упала. Так, так. О, еще синяя элитка, отлично, ребята, отлично. Лучи. Лучи, это плохо. Прыжок, прыжок, прыжок. Ох ты ж. Аккуратно. По времени вообще очень хорошо идем. Мне бы еще два камешка вставить, чтобы силушка была примерно 2 миллиона. Я думаю, 85-й портал я должен потянуть. Но до конца сезона я не успею, наверное, этих два камня прокачать. Учитывая, как я часто играю. Просто камни очень скучно качать. Это очень скучно качать. Здесь тупик, отлично. На тупике мне везет сегодня. Везет, везет, везет. Так. Дальше. Эх, блядь, почки повзрывались. О, желтая элитка. Только она не вовремя она появилась. Как раз когда у меня аватар кончился. Пророк, точнее сказать. Ой-ой-ой-ой-ой, пассивка сработала. Ну, я сдохну. Вот КД не хватает. Вот не хватает КД. Так. Иди сюда. Сейчас. Давай. Поднажми. Ох ты ж, блин, как взрывается, все больно. Непробивная. Непробивная, блин, элитка. Вообще непробивная. Мобы все передохли, она. Ее хп не отнимается, блин, что за херня? Блин, вообще бить, не бить, не знаю. Так, побежали за мной.
О, прыгай, прыгай, давай, родная. Пачка мобов. Он здесь может тебя и побить. Так. Прыжок. 300 бафов, мало. Поэтому бежим дальше. Бежим дальше. Не отставай, не отставай. Где-то там шляется. Все, она потерялась. Тупая элитка, блин, какая-то. Опа-на. Опа-на. Давай. Чё, она такая толстая, блин? Ну же, ну сдохни, ну вообще капля хп. Я не знаю, ну когда пяточка хп остается, урон вообще не пробивается по ней. Не сейчас. Так, последняя желтая элитка, мы должны появляется борт. Ох ты, ох ты, ох ты. Короче, пофиг на эту элитку, блин, она не пробивается, вообще не пробивается. Откат, откат. Ну, хорошо. 3% до появления босса. И где мобы все? Где все, блин, мобы? 3% набить. И мимо мобов. Готов. 2%, блин. Синяя элитка и 2 желтые элитки, блин. В одной куче. Отлично, появился босс. Отлично, появился босс. Гасим. Ух, как пробивает он больно, блин. Не кисло, не кисло, он гасит. Так, у меня... А, не. Тихо, 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 тихо. Нужно двигаться. Нужно двигаться, блин. Нужно двигаться. Опасный. Опасный босс, блин. Терпение. Давай, давай, давай. Вот это я долго бью его. Это я долго его бью. ДПС поднял на 500 000, даже больше. А урон не ощущается как-то. Ой, пробил пассивочку, красавчик. Так, ну когда уже у босса мало хп остается, ему уже там... Фух, 82-й портал я осилил. 82-й. Отлично. Теперь нужно, короче, качать 2 камня. Припустим, в плечи и в наручи. Вот в наручах заместь живучести поставить 8% отката было бы очень неплохо. Так, камешек. 83-й. Да, 83-й камешек. 82-й прокачался. Сломался. Сломался. Короче, 2 раза качнулся, 2 раза сломался. Так, фигня, фигня. Фигня. О, пушка упала. Сейчас древняя. Необычная. Понятно, понятно. Короче, я смог, я осилил 82-й портал. Я довольный. Учитывая, как я его принес, я могу уверенно идти дальше. Это 100%. 100%. А на этом, ребята, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Бабах!